Всем привет, друзья, канал Масали. В работе у нас Kia Cerato. Автомобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. И максимально обрабатываем поверхность. Наносим и данный компонент с поляризатора. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы общаемся с владельцем данного автомобиля. Предложили ему проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Называется он BlockShot. Толщина его 7 мм. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!